лицезреете нашу славную страну, пока еще есть возможность, господа. Не скоро еще получится. Николас Мендоза. Черт. Такой, как ты, должен нехило накосячить, чтобы стоять рядом со мной. Может, уберешь пушку, шериф? Пока кто-нибудь из господ не отобрал ее. Люблю смотреть, как грязные копы оказываются в моем автобусе. Это как бы намекает мне, что система работает. Хлоу, пипа, вы на ровном канале Железное Сердце. С вами Лорд Удум. Хорошей. Мы сегодня поиграем в Battlefield Hardline. Детектив. Сюжеточку. Поборемся с преступниками, поборемся с наркоторговцами и со всеми другими нехорошими людьми. От Отлично. Первого лица. Мы на месте. Вот такой вот флешбэк. Так, ну что, я готов. Это недолго. Накроем этих чуваков и сходим перекусить. Ага, да, давай. Тут есть одно кубинское местечко. Кубинское? Черт, Ник, да ты же коп. Можешь позволить себе не только бобы с рисом. Правда? Бобы с рисом я обожаю просто. Я сам тебе закажу. Ну, тогда вот что. Место выбираю я, окей? Окей. Я обещаю, тебе понравится. Ты кубинскую еду ел? В этот раз будешь за главного, понял? Ходи уверенно, смотри по сторонам. Найдем парня и грохнем их, чтобы даже не задумались пушки доставать. Да, делал я уже такое. Но без меня. Ну все, за дело. Давай посуровее там. Да, суровую морду сделали. Фонарик есть, постучаться. Полиция, откройте! Не открывает. Полиция! Никому не дергаться! Руки вверх, чтобы я их видел! Руки вверх, чтобы я их видел! Отойди назад и выходи из-за стола! В дверь постучали. Да что ты говоришь? С такой-то обсудим. Мордой. Чувак, да ладно! Может, хватит мне в морду смотреть? Почему? Борзый самый, что ли? Так, что, наручники одевать? Может, тебя посадить? Морду. Так, горластый, так. Все нормально, держишь на мушке? Ну, держи. Все, я арестовываю. Первый пошел. Руки за голову, медленно повернись. Тихо. Спокойно. Ау. Ты делаешь большую ошибку, брат. Мы теперь все друзья. Так, следующий. Так. Я на стул залез, нифига себе. Я вижу свои ноги. Эй, так и будешь стоять и пялиться на них? Давай, время идет. Так. Повернись. Пузо? Без глупостей. Что за херня вообще? Сам знаешь, херня это все, коп. Я с утра выйду, коп, и ты знаешь это. Да ну, а кокаин говорит иначе. Иди нахрен! Ух ты, так ты такая. Ложись, ложись, спрячься! Ты куда? Пушку достай, убери пушку. Вот урода. А, быстро все идет. Это что было? Ты живой? Ты что, не проверил дверь? Я тот, кто арестовывает. Ты должен был проверить комнату. Ну да. Хрена себе, бедный унитаз, а. Собрать улики. А унитаз почему-то неразрушаемый был. Поднять предмет. Из-под тельца вынуть. Есть. Ух ты, что там? Кошелек, ID. Узнаешь? Не, все плохо. Всех повалили, короче. Что-то с арестом у нас не удалось как-то. Некого допрашивать. Некого допрашивать. Взял кубинскую еду. Кто хочет есть? Эй, стоямба. Не с места! Да не, черт. Давай, давай! Вон он! Черт, блин. Еще догонять. Не с места! Руки! Стоять! Ты делаешь только хуже! А, черт! Что там? Давай вниз! Быстро! Опа! Погоня! Как интересно, мы могли так спуститься. 60 миль в час, офигеть. 120 метров. Задави никого. Надо остановить прямо сейчас. Двигаюсь на север по Матео. Запрашиваю подкрепление. Куда? Бедняжка. Стрелять в него. Эдис. Давай стреляй в него, что сидишь-то? Бухаешь. Давай, газ в пол. Пешеходик. Блин, забор снес, нифига себе. Вот это погоня. Стоять!
Стой, собака! Ну что ты не стреляешь, ты сидишь, ёлка, смотришь. Иди сюда, давай стреляй уже. Его надо взять. По колесам стреляй. Дай мне подобраться. Да подобрались уже. Что там, давай! Блин, ты что делаешь? Дурень! На камеру отвернули. Фух. Да, это было эффектно. Так, ну и чё, чувак? Может его застрелить? Нет, я не могу его застрелить, жалко. Арестовать. Лысик! У тебя есть право хранить молчание! А, слышал уже такое, да? Electronic Arts представляет... Battlefield. С таким сюжетиком. Келлиху. Трэвис Уингем какой-то. Бенито Мартинес. Адам Харрингтон. Юджин Бёрд. Приглашенный Александра Дондарио. Дэвид Де Сантос. Фред Татаскьор. И Марк Ролстон. Короче, будем бороться на стороне хороших парней, как я понимаю, в этой игрушке. Такая вот кинематографическая игрушка. Вроде как про нее говорят, заставок тут больше в разы, нежели самой игры, самого геймплея. Всяких катсцен и всего остального. Снова в школу. Задержите подозреваемых, на арест которых выдан ордер. В результате напряженного полицейского рейда на гостиницу Овердам пятеро подозреваемых погибли. Смотрю телевизор. Находится под стражей. На этой неделе это уже четвертый связанный с наркотиками случай явного проявления жестокости в Майами. Мы попросили Джулиана Доуза, капитана отдела расследований, прокомментировать ситуацию. Расследование еще не завершено. То есть без комментариев, сэр! Расследование еще не завершено. Вот мой комментарий. Если бы не было комментариев, я бы так и сказал. Без комментариев. Где все, черт побери? Нарковойна, сэр. Вот это прямой эфир, вот это я понимаю. Пришли. Надену свой белый льняной костюм, закатай рукава. Надеюсь, с розовой футболкой. А пока, Стоддарт, спецзадание. Снова возвращение в 80-е. Детективы Мендоза и Дау, зайдите ко мне. О, напарница новая у меня. Интернационал в действии. Типа того. Отлично. Будете напарниками. Присядьте. Мендоза, ты обнаружил сегодня несколько килограммов кокаина. Поздравляю. Вот скажи, почему на пакеты ставят штампы? Метка изготовителя. Означает, что пакет не вскрывали после упаковывания. Верно. А штамп твоего кокаина нам раньше не попадался. Судя по всему, твоя находка дня от Тайсона Лэшфорда, с которым детектив Дао уже пересекалась несколько раз. Я хочу, чтобы вы на пару ввели его в курс дела. Сэр, последний рейд Мендозы, без обид, был полной катастрофой. Вы хорошо сработаетесь. Свободны. Как кое-что в полете. Что, поехали кататься? Что-то крыска. Между прочим, я следил за Стоддардом из этого гостиничного номера. Я и не сомневаюсь. Не оправдывайся, детектив. Я и не оправдываюсь. Просто сказал... Так. Я просто могу смотреть по сторонам, выйти не могу. Что там с Тайсоном Лэтчфордом? Его кокс для богачей, тех, кто не разбирается в нем. Может, что-то а те, которых ты накрыл, Тайсон уже не в их компании. Но город живет своей жизнью. Дружкам жуликам перепадает халява от него. Так, может, найдем какого-нибудь? Ты читаешь мои мысли, детектив. Так что будь начеку вечером. На этой нарковойне нет места шуткам. Можешь не рассказывать. За последние полгода я потерял двоих друзей. Оба патрульные. Да, слышала уже. Очень жаль. Мне тоже. Майами совсем в дерьме погряз. Это ведь как раз то, чем мы занимаемся. Разгребаем дерьмо. Стоддарт про тебя так говорил? Что говорил? Что эй, ты офицер, обожаешь офицер, вашей машины грязное окно. Давайте я помою его. Я тебе сейчас помою. Ну-ка, отойди от машины. Эй! Ладно, ладно.
Эй, эй, а может, отдадите, может, дадите мне хоть 5 сейчас долларов? Сейчас еще не пулю в бошку. Знаю, 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 иди знаю. Иди отсюда, иди сопли вытри. Вы таких, как извини, я, капиталистами парень, называете. Не на моем дежурстве. Пошел отсюда, иди. Ладно, ладно, хорошо. Следите за порядком на районе, офицер. Берегите себя. Знаешь, район, где я вырос, не очень далеко отсюда. Да? Из грязи в князи, значит? Дай-ка догадаюсь. С южного побережья? Нет, из Лос-Анджелеса. Округ Оридж. А, то есть из князи в грязи. Ага, типа того. Один из грязи в князи, другой из князи в грязи. Я не согласен на обыск. А кто тебя спрашивает? У меня достаточное основание, полудурок. Мне не нужно твое согласие. Эй, Гусман, ты кого там взял? Нашего старого дружка Хакса. Нашел у него хот-шот. Весь багажник забит этим дерьмом. Эй, Хакс, где твой друг Тэп? Не знаю. Тэпа ищете? Ага, видел его? Не, но видел его Карифана Брикса вместе с шайкой Тэпа на 12-й улице. Спасибо, Гусман, выручил. На 12-й улице. Отлично, детектив. Так, ну чё, берем Тэпа. Это мой дом! Но что я сделаю, если она все пишет и пишет мне? Так, ты вырос здесь, но родился не в Майами, получается. Ага, в Гаване. Да? Как выбрался оттуда? С матерью. Ова. Она женщина упертая. А что с отцом? Что-то нехорошее задумал. Не знаю. Не видел его лет 20. Мы старались убраться от него подальше. Он все еще на Кубе? Возможно, уже умер. Меня бы это вполне устроило. Какой ты добрый. Зато он был непонятно кем. Мне выдали запретительное предписание. Потому что у меня нет подтверждения оказания услуг. Так откуда бы у меня взялось это чертово подтверждение, если я даже не знаю, где это. Так, ну что, мы едем, долго еще будем ехать-то? Могли бы вырезать это все дело. Все равно выйти нельзя. Черт. Ова. Эй, притормози. Окей. Муазылька. У вас проблема, мэм? Долбаная крышка. Не ладно, подходит. Хорошего вечера, мэм. Иди нахрен. Поломанная хочешь, крышка, чтобы я вызвала подкрепление, Мендоза? Ага. КП, наверное, группу спецназа отправит. Так, ну окно у нас уже высохло, нет? Нет, еще в капельках. Утренняя роса, видимо. Все? Прибыли? Басит у него машина. На полицейской тачке весь район распугаем. Пошли пешком. Пошли. Как выходить? Выпустите меня. Это 13. О, рация. Мы выходим из машины. Город отсек, бедный район. Поэтому так. Отсюда только один выход. Все это только раздражает людей. Найти Брикса. Так, пушку будем доставать? Нет, пушку мне не дают достать. Так, ну пойдем. Че, надеюсь, нас машины не собьют какая-нибудь? Тот, кого мы ищем, обычно околачивается здесь. Я вижу свои ноги, надо же. Одна из немногих игр, где ноги видны. Ладно, попрыгать от радости. Вот такой вот захолустный майамский райончик, оказывается. Так, ну что, ребята, качаемся? Только молодец. Как дела, офицер? За мной пришел? Там уже ты мне, слабачок. Я так понимаю, ты знаешь район. Ага, только не был здесь давно уже. Пойду за тобой. Знаешь район. Каждый день по Майами шляюсь. Черт! А он у тебя на побегушках, офицер? Томас, не заставляй меня шмонать твои мешки. Да, я конечно. Знаю, что найду там. Робин, угомони его и засунь это в пакет. Вот только никакого пакета у меня нет. Но нет у меня пакета. Какой нехороший человек. Без пакета пьет, а? Ну чё, всех знаешь, тут тоже местная. Сходи уже и сиди хоть час, если хочешь. Давай, чувак. Смотри, давай, он в шахматы играет, фига себе. Осторожнее, Мендоза, он непредсказуем. Где Брикс? Он тот? Непредсказуем. Я пойду с другой стороны улицы. Пойдешь первым, он меня знает. Видишь? Да я говорю тебе, мы сможем. Как будто 100 раз делали уже.
Вы понимаете? Машин нету, нету. Задерживайте подозреваемых, показывая значок. Держите противников на мушке, чтобы контролировать их. Не спускайте с них оружие, иначе шкала тревоги начнет заполняться. Чего? Ну чё? Стоять! Тебе какого хрена надо? Полиция Майами. Хотим задать пару вопросов. Эй, детектив, это кто еще? Это мой новый напарник, Брикс. Играем тут в плохого и очень плохого копа. Где твой друг Тэм? Ну? Пошел ты нахрен, чувак. Ладно, включай очень плохого копа. Ник, бери его. А те убежали, значит. Говори, где Тэм, и мы уйдем. Служи и защищай меня, чувак. Конечно, защищаю. Но он зависает. Сегодня. Блин, сколько бычков все, мусора прям на полу. Погнали, Мендоза. Вам это с рук не сойдет. Я знаю свои права. Эй, мы просто возьмем и оставим его тут? Уверена, что это умное решение? Нет. Но я уверена, что он пытался убить одного из наших. Да? Чё, убегаем? Давай, Тэм в районе Аркола. Он там задерживаться не будет. Побежали? Куда? Алло, чё, опять не вот так? Вот чёрт, там люди Тэпа. Они не должны догадаться, что мы идём за мной. А сама рванула прямо к ним. Осведомленность. Осведомленность подозреваемой отображается двумя способами. Шкала тревоги, которая заполняется по мере того, как подозреваемый становится настороженнее. Бонусы обзора на мини-карте, которые меняются в зависимости от вашего положения. Так, и чё? За мной. Давай сюда. Да здесь я, ёлки. Так. Чё, перепрыгиваем. Эй, напарник, ты же никому не расскажешь, что мы сделали это. Что сделали, детектив? Молодец. Пошли. Слушай, калитку открыли. А тут можно перелезть, да? Открыть. Так-так. Просто чугунные ворота. Кай, давай сюда. Спасибо. Кстати, извини, что назвала работу с тобой полной катастрофой. Неловко вышло. Но ты даже не подал виду. Стодол, что ты про него думаешь? Мы недолго с ним напарниками были. Стодор, лавочник Бугай. А весь мир его посудная лавка. Так, мы обошли улицу, да? Нормально идем с тобой, что, сработаемся? Помни, это территория Тэпа. Если кто-нибудь заметит нас, ему скажут, что мы идем. Нам нельзя светиться. Ладно. Это уже хуже. Ты знаешь, что у меня? Ты ни хрена-то не знаешь. Ну, чего ты сразу так? Ладно, смотри, как я тебя сделаю. Хватит ныть, давай играй. Я прямо за тобой. Вот поэтому твоя двадцатка... Беспалевно так под фонарем прошли. Он мешает нам. Брось что-нибудь, чтобы отвлечь его. А как я брошу что-нибудь? Бросить что-нибудь отвлечь. А что бросить-то? Так, бросайте гильзы, чтобы отвлекать бандитов и оставаться незамеченными. Это буковка С. Если вы отвлекете несколько бандитов, бросая гильзу, то отреагирует только один из них. Если бросить гильзу, радиус увеличения отобразится на мини-карте. Так, ну что, нам куда-нибудь он туда бросить предмет. О. Что там опять? Дэрил? Пошел. Как будто что-то с крыши рухнуло. Если кондиционер навернется, то я останусь с сестрой. Если он навернется, я с ним разберусь. Как все продумано, ёлки, по гильзу кинуть. Может, еще кинуть? Радуемся. Стелс-миссия. Если вы отвлекаете несколько бандитов, бросая гильзу, то отреагирует только один из них. Чтобы разделить группу бандитов, бросайте гильзу. F обезвредить, бесшумно подкрадить подозреваемую сзади. И обезвредить его. Мы уже на подходе. Мы не сможем просто так проскользнуть мимо этих двоих. Можешь разделить их? Конечно, смотри.
станет прессовать. Я говорю, это херня. Потом. И второго. В затылок кулаком, а. Так, допросить Тепа. Мы почти рядом. Ну, отлично. Увидела. Привет, Теп. Не надо бежать, все равно догоню. Что-то мы прокрались. Мы ищем Тайсона. Ты ее новый напарник? Она уже опробовала на тебе свое карате. Я занимаюсь крафт-магой. Карате – это сказочная чушь. Опасная штучка. Теп и Тайсон выросли вместе. Белые парни, любители приключений. Теп остался здесь, а Тайсон уехал навсегда. Вставай. Руки за голову. Эй, Теп, где Тайсон? Полно народу ищет Тайсона. Новости же смотрите? Чувак залег на дно. Сейчас в этой игре не так долго живут. Да, мы надеялись, ты просветишь нас. Мне столько не платят, Фидель. Ник, забирай его. Я думал, ты не пойдешь на это. Клянусь, вы, копы, еще пожалеете. Да, ага, прям. А то как же. Все такие боязливые. Да. Копы тут. Я в шоке, чувак. А у меня есть подписка на это. Я знаю, на тебя выдавали ордера. Я знаю, ты хранишь свой кокс за углом под мусорным баком. Я знаю тот мелкий, который только что свалил отсюда. Наверное, побежал доставать его. И этот паренек реально еще маленький для этой херни. Поэтому тебя надо упаковать. И мы упакуем тебя. Что тебе надо от меня? Допросить Тепа. Цель достигнута. Ну, ништяк. Просто ништяк. Эй, наушник подходит? Да, подходит. А провод? Скажи что-нибудь. Стукач Бенедикт Арнольд. Эй, тупица, ты не Бенедикт Арнольд. И это не стукачество. Зайди внутрь, проверь там и вали оттуда. Звучит так просто. А что тогда сам не сделаешь? Ник, просканируй и найди Тепа. Тепа. Проанализировать. Так, это Теп. Твой сканер подключается к любой локальной федеральной базе. Последнее слово техники. Зацените этот кусок дерьма. Следи за ним по сканеру и смотри, чтобы он не налажал. Слежу, слежу. Ну чё, давай, иди. Заходи. Чувак, Тайсона ищу. Тайсона? Его не просто найти, чувак. Да ладно вам. Идите другу. Братан, иди домой. Слышь, мне надо увидеть Тайсона. Ну ладно, сопли только подбери, братан. Сопли. Да. Пусть идет. Что-то с голосом как-то совсем искажает сильно прям. Так, ну чё, он пошел. Мы внутри. Давай, Тэп, веди нас к Тайсону. Никого из них не узнаю. Сканируй дальше. Нужно выяснить, кого мы высматриваем. Так, мы этого видим. Эта штука оснащена направленным микрофоном. Сканируй и слушай. Фигура отмечена. Ну, пока идет молча. Чуже накаляется тут обстановка. Тайсон здесь или нет? Ага, скоро побеседуем. Понял. Давай, иди. Фигурка. Так, ну этого я не знаю. Давай, давай, быстрее иди, шагай быстрее. Тайсон, да. У тебя 5 минут. Все, что нужно.
Так, открыты новые пистолеты. Нет. Что это ты все для мультиплеера, видимо. Это Тайсон. Сканируй его. Интересно. Нам нужно доказательство, может, что он был здесь. Черт. Тайсона не видно. Может, он собирается уходить. Просто делаю то, что делаю. Блин, его не видно. Не надо здесь ошиваться и меня искать. Тут небезопасно. Тайсон, всего одну. Ну, пожалуйста. Чё-то фигню какую-то они молят. Присядь. Посмотрим, что можно сделать. Ладно? Но проблему. Вообще не вопрос. Чёрт. Проблема. Так, что-то тут не то. Почему он убрал сканер? Ого, ну-ка стой. Ух это ты. Кто еще такие? Без понятия. Что задумала? Да их тут много. Воу-воу-воу, разберись, чувак! Сканируй всех, кого только сможешь. Так, одного. О, всё. Черт, они за Тайсоном пришли. Давай, нужно вытащить его, быстрее. КП, это 13-й. Здесь стрельба, мы тоже вступаем в бой. Сообщается о перестрелке на 3-й и 33-й улицах. Так, всем и что делать-то? Быстрее. Что делать? Блин. Что делать? Ник, дверь открыта, сюда! Блин, куда? Сюда. Все, увидел. С этим сканером, блин, вожусь там. Я тебя прикрою, арестовывай их. Блин. Из Хуареса? Думаешь, Нельс притащит по... Так, с помощью значка это, я про значок тоже знаю. Так, продолжить. Замри! Так, значок. Что это за чуваки там стреляют? Не знаю. Дерьмо. Знаю. Так, один один зарежем. Чёртовы копы! Хай! Прикрываю. Так. Молодец. Так, идем. Идем вниз. Давай в наручники, того парня. Полиция! Не дергаться! Ладно. Ладно, вот такой молодец просто. Паренька-мальчик. Отлично, Мендоза. КП, отправляйте машину. КП с ТП. Так, вот этих двух. Сейчас мы их обойдем. И значок подойдем, покажем. Так. Яко! Ты арестован! Ну ладно, котел! Огонь! Оба! Так, что там у нас? Не очень получилось. Давай туда! Так. Так, тут где-то... Вижу его! Где ты меня видишь? Ты где? Наверху, может? Так, это не открывается. Чёрт. Ладно, пойдем лесенку искать. Так, а ты здесь, блин. Здесь! Вот он. Тут лесенка где-то должна быть. Черт, где лесенка? Я же видел, что он по лесенке ходил. Черт. Что за здание дурацкое такое, а? Заблудился просто вообще немерено как-то. Готово, давай наверх. Бегу. Тайсон где-то рядом. Так, три. Используй гаджет, шот. Не обязательно убивать. Бессмертельно. Так, ребятки. Чего вы так музыку-то громко слушаете? Гильзочку. Что это какого было? Черта? Блин, он сюда идет. Нашего завалили! Скорее всего, он где-то рядом. Ёлки-палки. Ай-яй-яй, больно! Вестибюле чисто. Все.
все. Последний остался. Понял. Последний. Никого. Сотовый. Так, это что за херня? Снаряжение. Ух ты. Лучшее снаряжение в игре открывается повышением уровня эксперта. С каждым уровнем становится доступна новая категория оружия, гаджетов или приспособлений. Ускоряйте свое передвижение по службе, арестовывая подозреваемых, собирая улики, сканируя местность и расследуя дела. Ну, что, отлично. Просто шикарно. Так, использовать сканер. О. Что это мы? Карта какая-то. Дело. Дело откроется, когда будут найдены новые улики. Ваш сканер зажужжит, если улика окажется поблизости. Анализирует все относящиеся к делам улики, чтобы получить награды. Дела можно просматривать в меню паузы или сразу после сканирования новой улики. Нажмите Tab. Просмотр улики. Так, коробка шот. Этого недостаточно. Ладно. Идем дальше. Сканируй. Чего не сканируешь? Так, пойдем сами посмотрим. Так, что-то прожужжало опять. Молодец. Помни, если эта штука жужжит, улики где-то рядом. Так. Там мы уже смотрели все. Снаряжение мы тоже уже взяли. Ладно, идем дальше. Опять жужжит. Вот. Ник, проверь, что тут. Нашла, Тайсон. Какого хрена? Так, жужжить? Не жужжить. Просто открыть. Тай, смотри. Тайсона тут и не было. Это видеочат. Черт. Мы можем подключиться снова? По скайпу так. Видеочат. Вот дерьмо. Вы, копы, привели их прямо туда, да? Извини, но ты тот ублюдок, которого они пытались грохнуть. Привет, Тайсон. Вот черт! Опять ты! Старый знакомый. Эй, твой приятель Пеп исчез. Думаю, всех твоих дружков завалили. Вот дерьмо! Кого не завалили, мы арестовали. Слушай, тем самым спасли. Это не мои дружки. Временами толкаю им товар. Кто пытается тебя грохнуть, Тайсон? Уж точно не те, про которых сообщают заранее. Скажи, где ты? Мы можем защитить тебя. Извини, но я как-то сомневаюсь в этом. Вот дерьмо. Что дальше? Тайсон покойник. Если мы не придем к нему первыми. КП, это 13-й. Нам нужна трассировка исходящего IP-соединения. 13-й. Отслеживаем. Мы подключились. Дайте нам несколько минут, 13-й. Вас поняли. Пошли. Им надо несколько минут, а то и больше. Так, мы знаем, что делал Тайсон, но понятия не имеем, где он. Пробраться к машине. Так, ну чё, больше ничего тут нету. Молодец, давай, вали. Наверх, ищите ушлёпка. Чёрт. Сканируй. Мендоза, надо выбираться отсюда. Да. Идем, я прямо за тобой. Так. Можешь меня поменять? Можем. Задержим их, больше бонусов получим. Ух ты. Последняя позиция. Противник будет осматривать то место, где увидели или услышали вас в последний раз. Они отмечены оранжевым кругом на карте. Над тем, кто ищет вас, появится значок вопроса. Скрывайтесь от противника, пока они ищут вас. Если они не смогут найти, начнут искать в другом месте. Так вот. Черт, нельзя, чтобы задержать сюда совалась. До трех бандитов. Эй, нам лучше двигаться, пока опускай. Не пришли. Что происходит? Так. Что? Спокуха. Какого хрена? Сидеть. Вы нас полно вооруженных. Ой, вы что делаете? Я 113. Осторожней там. Что случилось? Почему они начали стрелять? Какого хрена? Замечена перестрелка. Код 3. Повторяю, код 3. Блин, придется убивать их всех. Дострелите этого гада! Они за тобой!
весь израненный. Ник, давай тачку, быстро! Бегу. В какую? В эту, что ли? Нет. А, в свою. Понял. Понял, не дурак. Шевелись. Называется. Детектив Дау. Данные с того IP получены. Спасибо, КП. Отправьте данные. Твой друг Тайсон понятия не имеет, кто к нему направляется. Отправлю воздушную группу, чтобы прочесали район. Пойдем туда, вытащим его и назад. Ну, не совсем гладко у нас все получилось, ну чё ж... Сейчас пятый, уходите отсюда! Мы же не хотим, чтобы Бандиком раздал звонок к обеду. Понял вас. Так, мы прибыли на место. Так, ну чё, постучаться? Где-то давай я это ноги, уже видел, Мендоза. Называется. С ноги. Ты знаешь, что на это нужен ордер? Не ссорьтесь, мальчики. Что-то мне подсказывает, в тебе проснулись гражданские права. Слушай, мы тут не для того, чтобы арестовывать тебя. Тебе нужно идти. Быстрее. Я хоть вещи заберу. Не хочешь спросить нас, какого черта вообще происходит? Знаешь, как я провел день? С бумажками сидел. Я уже давно не шлялся по улицам. Последнее время все воюют друг с другом. Если есть плохая сторона, то я, видимо, на ней. Это все, что я знаю. Слушайте, может, обсудим это где-нибудь? Нихера себе. Черт, вот черт. Меня ранило. Ну как ты? Вот блин. О, боже. Так, красиво. Я зажму рану, ладно? Так, удерживайте В, чтобы надавить. Надавливай. Не знаю, держись. Мы не за тобой пришли, Хоп. Держи, держи. Вот я херня. Я тебя не брошу. Иди нахрен. Сядь, Тайсона! Тайсон, лучше. Так, перезаряжай. Он присел. Все, я держу. Держи ее. Держи, так мне что-то. Кай! Кай, смотри на меня! Кай, я тут! Что-то она сейчас сдохнет. Плечо ранили, она уже помирает, да? Вот чёрт. Кай! Кай! Да блин! Кай, держись! Так, ну чё? Где ты? Иди сюда. Вот. Есть. Оп. Оп. Срежать! По одному. Срежать, сказал! Эй. Мы копы! Мы копы! Она ранена! Похоже, в артерию. Повезло. В артерию сразу прям. Руки вверх! Быстро! И вам тоже привет. Вы его знаете, детектив? А, его? Да он просто с бумажками сидит. Бумажками. Цель достигнута. Ну чё ж, снова в школу, мы цель достигнули. Так, это что? Это, видимо, загрузка. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, продолжение следует. Далее, в Hardline. Что я все принес на тарелочке, а ты все запорол? У нас будут проблемы? Что за херня?